Грузинский домик – душевное место, где гостеприимно встретят и накормят со вкусом. Совет депутатов утвердил поправки к местному бюджету. На последнем заседании рассмотрели целый ряд вопросов по корректировке доходов и расходов. Но в начале о работе окружной контрольно-счетной палаты отчитался ее руководитель Елена Юрьевна Новосельцева. За прошлый год при проверке муниципальных структур были выявлены некоторые нарушения, связанные с процедурой госзакупок. Некоторые из них признали нецелевыми. По нарушениям руководители организации получили предупреждение и взыскание. Руководитель финансово-экономического управления вынесла ряд уточнений по расходованию дополнительных средств на обустройство новых спортплощадок, ремонтных работ в детских образовательных учреждениях. На этом совете присутствовала делегация от молодежного парламента. Юные коллеги попросили поделиться опытом по парламентской работе и командообразованию.